ЧС России в пятницу, последняя пятница апреля, это тот день, когда мы вспоминаем всех своих, как бы сказать, товарищей, которые погибли при исполнении своего служебного долга. Также в пятницу мы вспоминаем жен погибших, вспоминаем всех людей, которые отдали свою честь, достоинство, свою жизнь за погибших. В этот день, сегодня, 25 апреля, идея еще старого начальника главного управления была восстановить памятный камень с погибшими, которые были погибли на территории Магаданской области. Сегодня мы торжественно открыли этот памятник, чтобы помнить данных людей, что когда дети приходят, увидели фамилии, знали и спрашивали, кто же все-таки это. А это те люди, которые нас спасли, те люди, которые спасли других жизни, те люди, которые непосредственно боролись с огнем, не щадя своего живота и не щадя своей жизни. Вот сегодня такой знаменательный день для нашего главного управления, что именно на территории главного управления появился этот памятный знак.